прекрасном солнечном Дубае каждый день праздник, здесь жизнь кипит и бурлит, но устать от этого невозможно, потому что ну как же можно устать от хорошего? И в какой бы части планеты ты ни проживал, всех людей объединяет одно и то же стремление иметь уютный дом, счастливую, здоровую семью, прекрасную, любимую работу и добрых, сердечных друзей. Конечно же, для людей, живущих в Дубае, эта формула не является исключением. И сегодня друзья и соратники, объединенные одной судьбой и одной профессией, проживающие в Дубае, с большим удовольствием собираются все вместе по случаю дня рождения подруги. Чтобы засвидетельствовать свое особое расположение к имениннице, я собираюсь оформить в технике декупаж несколько приятных акцентов, которые явятся чудесным дополнением к общему подарку. И я абсолютно уверена, что моя невинная предсказуемость под названием «Декупаж» вызовет у всей компании улыбку снисходительного умиления. Я не собираюсь делать ничего сложного, чтобы долго не разглаживать складочки на салфеточках. Я просто украшу заранее вырезанным рисунком горшочек техники «Декупаж» и поставлю туда заранее купленные цветочки. Гвоздем программы явится гигантская открытка, выполненная в технике декупаж при использовании тех же салфеток, на которые в конце вечера все участники праздника напишут для именинницы свои душевные пожелания. Посмотрим, как получится. Горшочек готов. После высыхания клея я покрою все лаком для сохранности и блеска. И в нем очень изящно смотрится подготовленный цветок. И я начну работу над гигантской открыткой. Thank you.
как видите, моя большая поздравительная открытка готова. А в сочетании с горшком она выглядит особенно лаконично. В центре ее я отставила место для того, чтобы гости написали имениннице свои пожелания на память. Можно купить любой подарок на праздник любимому человеку, а можно сделать его руками. И в этом смысле техника декупаж незаменима. Поздравляем нашу подругу с днем рождения! Love, remember, and happiness.